Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и не так давно мы закончили стрим, где часок посражались с вами, немножко пообщались в турнире за Цератозавра, естественно, заняли там топ-1 в топ-1, первое место свое с вами отвоевали, и давайте же будем смотреть, что у нас вообще осталось из свободных динозавров, и будем пытаться как-то выкрутиться. Так, первый турнирчик, это у нас будет... пернатые предки, и это птерозавр, минимум одна штука. Так, это наши условия. Так, подождите, всего лишь одна или минимум один? То есть это всегда такой вопрос интересный. Ну да, то есть обязательно хотя бы один. А второй может быть любым. Ну, это я, конечно, перестарался. Эудиморфодон здесь и так всех порвет. Ну, давай. Терезина, будущий герой нашего слияния, в результате которого получится новый гибрид. Ну, который очень похож на эрлифозавра. По крайней мере, туловище. Так, ну все. Хана тебе. Вызовем твоего родственника и порвем тебя. Вот так вот, нечего на старшего брата когти подымать. Так, условия остаются тем же. Хорошо, давайте возьмем просто три легендарных птерозавра. Как вы на это смотрите? Так, вот раз, вот два и вот три. Один, два, три. Как говорится, нас больше, мы победим. Так, ну чё, горгозаврик? Вау, это было больно. Так, а давай вот так. Ну, хитёр, хитёр, перенёс. Молодец. Вуаля. Так, бой номер 3. Условия все тоже. Дейнахейр и Троодон. Так, так и так, хорошо. Все-таки давайте, хочу тоже взять летунов. Так вот, вижу один кандидат. Второй и третий. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, ладно, давайте так попробуем. Как-нибудь выкрутимся. Защита. Трапиогоптер. Первый летающий гибрид. Один из первых, в принципе. Так, ладно. У нас какой-то турнир терезинозавров. Терезинозавридов.
Вот так вот, я бы сказал. Ой, пробил. Так, ну тогда вот и все. У нас такой не бой, а смотр птерозавров. И легендарный набор, шаровый набор, как я его называю. Так, 750 тысяч, фигня. Но нам дали тирезинозавра. У нас серия, да, птерозавры против тирезинозаврида, вот так вот. Хорошо, и у нас есть турнир с усилениями. Так, кстати, самые сильные динозавры у меня остались, несмотря на целый час сражений. Смотрите, все самые сильные и остались. Это прикольно. Так, где там наши новые... Или старые. Так, здесь вообще-то, давайте, может, взять как бы редких... Или вообще супер редких амфибий, что-то попытаться здесь порешать. Так. Ну тут цератозавр жирный. Жирный цератозаврик есть. Так, а стоять, вот нундагозавр. А где твой более прокачанный брат? Сороковый нундагозавр где? Или его нет? Первый горгазух. Очень странно. У меня не прокачан нундагозавр, или он ушел на какого-то гибрида, то есть 20 уровень. Ну, но как это так может быть, что его здесь нет? Он же должен быть. Скайрим, ты где? Выходи. Вот ты где, молодец. Так, ну, нормально. Даже, может, немножко перебор. Погнали. Так, так и так. Один балл берем. Надо было взять еще капразуха сюда вместо горгозавра первого. Горгозуха. Три балла, ну давай. На все три. Мочи, жги. На два. Хитер и осторожен наш противник. Давайте сделаем вот так, вот так. Теперь раз, два, три, четыре, пять. Ого! Ничего себе, сколько бить пришлось-то. И раз он балл не поставил защиту, он его, наверное, перенес, получается. И сможет пробить защиту. А нет, не сможет. Ха! Три балла. У него балл опять один остался. Так, ну чё, затащим одним... Не, не затащим. Ну, а двоих завалил одним капразухом. Остался теперь самый жирный. С самым слабым ударом. Ну, на два бьет.
Ну, вот Капразух мне очень больше всех, наверное, среди амфибий нравится. Он лучше даже как-то выглядит и прорисован, чем Горгазух. Цератозавр, давай, скоро пойдешь на гибрида. Восемь. Зачем я взял тут один балл, не знаю. Так, первый бой. Так, теперь у нас пошли амфибийки, да? Я бы вообще взял, знаете кого? Первого уровня гибридика нашего, но он занят. К сожалению, у нас они будут заняты. Это так пока что набрасываю, кто мне нравится. И можно Терезину взять. Будет у нас такой когтистый бой. Терезина. Так, или он у меня занят? Терезинозавр, походу, занят, да? Так. Надо ему срочно подыскать замены. А, нет, не занят, вот. Усилялочки. Берем простые усилялочки. Эх, думал 50%, но не повезло. Я вообще его легко сейчас мог бы пробить с минус 1 на щит. Но он решил сам спалить свои баллы. Вот, отлично. Так, что там Астафрики будет нам делать? У него 4 балла. Ну, если разве что на все пробьет. Да, он так и сделал. Так, делаем вот так. Делаем вот так. Три пробил. И даже не буду его защищать. Нам 50% можно было не брать. Терезина с Сарказухом, думаю, кое-как разберется. Прощай, крокодильчик. Так, ну и последний бой. Так, у нас тут хищники. Хищников можно наказать травоядными, например. Анкилу, допустим, взять.
Стегича взять. Давайте возьмем вот гибридов старых. Вот так вот. Так. Хотя. Может так сделать? 3000. У них слишком много. Тут нужно в другом порядке брать. Надо гиганоцефал оставить первым, потому что он 100% пойдет на мясо. Потом брать Анкилыча. Потом берем Стегича и гиганоцефала. Погнали. Думаю, так будет как-то посправедливей, что ли. Вот облом, правда? Он снял пол жизни, а у меня стало в половину больше. Сюрприз! Снова атакует на 2. Не знаю, вот мне он учитывает, вот, или он не видит, что у меня жизни стало больше. Так, ну с цератозаврами будет у нас все посложнее. Но у нас там есть козырь, плюс 3 к атаке. Самого слабого бьющего мы сейчас потеряем, это будет классно. Он атакует на 2, 3, надеюсь. На 2 всего лишь. Но его нужно пробивать. Анкилос должен забрать хотя бы вот этого одного. А там уже будем крутиться, вертеться. Так, ну, раз дают, значит надо брать. Вот я его пробил, 33-18, там 33-11, еще один сверху, 2 в защиту и 4 в перенос. Так, у него будет 5, он сможет пробить анкилозавра, если захочет. Но гиганоцефал его добьет. 5. Молодец. Всегда лучше проатаковать и умереть, чем сидеть в защите и окочуриться. Вот и все. Мы получаем свои трофейные наборы. 30 баксов и аллозавр. Вот мне аллозавр, вот как динозавру нравится. Не знаю почему. Наверное, какие-то старые документальные фильмы. Раньше часто про аллозавра снимали. Так, ну вот и все, ребятки. На этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.